В Дендрарии только готовятся к открытию новой выставки. Планируется, что в экспозицию войдут редкие коллекции реликтовых растений, ровесников самшита и динозавров. Сейчас специалистами Сочинского национального парка ведется работа по определению границ предстоящей экспозиции и по верстке ее содержания. Предполагаемое место размещения – это северная часть парка Дендрарий, которая никогда не осваивалась вторично. Это будет музей под открытым небом, популярный во всем мире формат. Проект реализуется по рекомендации Минприроды России и будет нести эколого-просветительскую функцию. Планируется, что в новый музей будут водить экскурсии для школьников и студентов. В Сочинском нацпарке подчеркнули, что существующая коллекция уникальных растений дендрария с открытием выставки будет не просто сохранена, а пополнена.